ярко стирает по-по-по-по-по-по. Где не обновляется. Мир земли. Мир добра. У меня было тяжелое состояние, и я употребил кусочек сыра. Каюсь грешной. Целые сутки теперь буду молиться. Употребил сыр. Шучу, конечно. Но сыр заземляет, как заземляет электрический провод, заземляющий провод, электричество, и тогда тебя не пробивает ток. Так заземляет и сыр, или молоко, или яйца. Они такие вроде бы неплохие, но тянут в землю и заземляют, потому что корова, как я предполагаю, она имеет всякие злобы, некоторые обиды. Животное тоже может обидеться. И эти обиды и злобы передаются человеку или от курицы. А трава так, она самая примитивная, у нее, можно сказать, нет никаких обид, злобы. Поэтому она очень мизерно заземляет. Почти, можно сказать, не заземляет. Заземление помогает переходить легче трудное состояние, но тем самым оно и препятствует развиваться, подниматься духовно, подниматься в небеса высокие. Пошутил насчет небес высоких. Она мешает развиваться духовно. Но это не гарантирует, что ты будешь развиваться. Просто дает большую возможность развиваться духовно. С одной стороны, если не будешь кушать сыр, у тебя будет, будешь больше, может, развиваться духовно, но будет больше психика повреждаться. Вредит психике будет. Если будешь кушать сыр, тогда будешь меньше духовно развиваться, психика меньше, на психике будет меньше вреда.
либо так, либо так. Либо здоровье, либо духовность. Но если очень здоровье повредишь, то потом нормально развиваться духовно не сможешь. Это как на философствовал. В общине Виссариона там может и легче не кушать сыра. Там более легкая атмосфера. А тут сложнее, наверное, выдерживать легкое настроение и атмосферу. Хорошее настроение и легкую атмосферу. Чем Виссариона общения.